Всем привет, дорогие мои! С вами Кононова Аня, проект Faberlic Online. И в этом видео мы с вами поговорим только о футболочках, которые у меня накопились, пока я ездила. Итак, у меня, к сожалению, 9-го каталога нет, есть только 10-й на руках, который только еще будет. И вот таким образом я хочу вам его немножечко показать. Вот смотрите, значит, я вам сегодня покажу вот эти вот футболочки. Некоторые из них, вот такой у меня пока что нету, да, но она, скорее всего, мне скоро придет. Потом, значит, вот эти футболочки хочу показать как новинки. Несколько цветов мне пришло, новые цвета. И, конечно же, вот эти вот футболочки со звездочкой тоже пришли мне новые цвета. И все футболочки друг из приюта. Очень жаль, что в этот раз не сделали для детей. У меня Вика просто обожает футболочки с собачками. И она бы с превеликим удовольствием их бы носила. Такая вот красота. В общем, поехали. Итак, первая футболка, все вы будете видеть на мне, я каждую примерила. Значит, первая футболочка у нас идет с размером 2XL, артикул 870-779, цвет молочный, состав 92 хлопок, 8% эластан. Такая вот красоточка, что могу сказать, ну вот тут нет никакой ни антирастяжечки, ничего. Такие вот тут шовчики. Она реально такая бело-желтая, я бы так выразилась. Это у нас серенькая, где-то у нас были белые, да? Ну вот если с белым сравнить, я думаю, прям остро чувствуется. Рукав такой обычной длины, а каймовочка такая вот обычная, двойной такой шовчик тут идет. То есть вот такая вот она. Она, знаете, не сильно плотная, но такой средней плотности, я бы выразилась. Ну вот на 26 градусов, в принципе, отлично. Мне понравилось. Надел шорты, футболку, поехал. Вот я сейчас езжу лимфу лечить ко врачу. Ну вот, тут у нас идет рисунок. Рисунок такой вот наклеенный. Давайте попробуем натянуть. Так, давайте троечку сделаем. Но он, вот видите, он очень хорошо сделан. Он не растягивается абсолютно нигде. То есть он так прям реально хорошо сложен, что он нигде не растягивается. Супер, просто супер. Мне нравится именно вот такое качество, мне нравится. Ну, длину сами увидели, длина прикольная. Следующая футболочка, артикул 870-763, цвет такой очень сильно бледно-голубой, приятный очень оттенок, 92 хлопок, 8 эластан, 2XL размер. И она точно-точно такая же, как предыдущая, но тут есть такая вот звездочка. И причем она очень ярко издалека как-то вот светится. На мой взгляд, прям яркущая такая, яркущая. Великолепно. Мне понравилось вот это вот дело. Я вообще люблю футболки от Faberlic. Они всегда супер-мега качественные. По длине, по размеру все очень хорошо подошло. Тут логотипчик Faberlic. В принципе, все нормально. Следующая футболка спорная. Я такой цвет просто не люблю. И, кстати, передается он прям идеально на камеру. И он идет 1XL. Немножечко мне уже в обтяжечку. Артикул 870-744. 92 хлопок, 8 эластан. Вот, посмотрите, как на мне, да, смотрится 1XL. Ну, в принципе, я считаю, что все в порядке. Все здорово. Тоже все шовчики, все прошито великолепно. Никаких нареканий к одежде нету. Все перемерила. В принципе, все понравилось. Здорово, да. То есть я думаю, что у меня такую вот темную. Я просто люблю белые футболки. Но мне сейчас тоже, видите, белая такая вот футболочка. Как-то надо приучать себя ко всем. Тут я нечаянно ошиблась. Как вы видите, размер L. Артикул 870-755. Она меня, конечно, обтянула. Смешно. Хуже, чем XL. Еще L-чка обтянула. 92 хлопок, 8 эластан. И я забыла, что я это заказала как бы Катюше и напялила на себя, грубо говоря. Но я надеюсь, что я ее не сильно растянула, но натянута она на мне была довольно-таки круто. Но цвет очень красивый. Мне мега, прямо мега-мега сильно понравился именно цвет. Ткань великолепная, просто супер. И вот этот вот цвет, очень хорошо, что камера сейчас у меня не капризничает, показывает так, как оно есть на самом деле. Тоже очень хорошее качество, хорошая такая средней плотности футболочка. Далее, значит, идет с артикулом 870-787, футболка с принтом Astra, цвет тоже молочный, у нее не белый, 92 хлопок, 8% эластан. Тоже
отличнейшая просто футболочка. Носить ее будет одно удовольствие. Взяла себе 2XL. То есть 2XL на мне как бы классно смотрится. Тут тоже сверху что-то типа клееночки. Но клееночка очень сильно качественная. Хотя немножечко вот при сильной натяжке трескается. Не как вот на той предыдущей. Но все равно здорово и великолепно. Такая вот астра. Прям до самого живота можно заправить в джинсы. Да, тоже будет смотреться прикольно. Далее у нас идет черный цветочек. 870-853. Цвет молочный, размер тоже 2XL, 92 хлопок, 8% эластан. Тоже такая вот красоточка, хорошенькая футболочка, молочненькая такая вот. Знаете, иногда хочется чисто белую, но вот что-то вот очень много молочных, если честно. Да, я бы вот предпочла, серьезно, я бы предпочла какую-нибудь бы белую. Очень нравится принт. Принт у нас тоже клееночка такая сверху, да, наклеечка. Вот, и тоже довольно-таки качественно при натяжке, не лопается. То есть все отлично, все замечательно. Я думаю, что очень много стирок. Далее футболка идет с принтом пудель. Артикул 870-871, размер 2XL, 92 хлопок, 8 эластан. Вот они идут полегче. Цвет тоже молочный. Идут полегче, слегка-слегка просвечивают. Ну и ткань у них, ну, не сильно, но полегче. И тут немножечко другая горловинка, видите, да? То есть вот эта вот горловиночка такая вот интересная, да? То есть тянется очень хорошо, как будто бы что-то типа вязочки, да? Логотипчик такой, друг из приюта. Где-то есть клееночка на носике, где-то на ушках вот клееночка. А тут просто вот рисуночек и ткань. Тоже очень, очень такая хорошенькая, прикольная. И тут написано, как за ней уже ухаживать даже. Да, 92 хлопок, вот видите, 8 эластан, и как за ней ухаживать. Кстати, вот это вот очень удобно, и оно не просвечивает абсолютно. Мне понравилось. Дальше, значит, чисто белая футболка, прям белейшая. Я ее, конечно же, с превеликим удовольствием буду носить с белыми штанами, потому что молочное с белым, оно, ну, очень не сочетается. Молочная футболка кажется застиранной, да, согласны? А тут как бы здорово. Но был только один размер XL, самый большой, вот я его заказала, но, как вы видите, смотрится она на мне, ну, так, хорошо. Значит, с артиклом 870-738, такая вот беленькая футболочка, тоже 92% хлопок, 8 эластан, скромная такая вот звездочка, сейчас, да, в тренде такие вот стразинки. Не знаю, как они себя, конечно, поведут после стирки, но у меня много вещей со стразами. Реально мега мало отпадывает, прям вообще мега мало. Дальше такая вот футболка идет, цвет марсала, артикул 870-775, размер 2XL, 92 хлопок, 8 эластан. Вот этот цвет, он меня немножечко серит, но все же он мне нравится больше. С превеликим удовольствием буду носить. Очень хорошо она сочетается с джинсами и совсем, да, цвет такой приятный. И вот мне в этот раз, да и в прошлый, и в позапрошлый, вообще редко брак бывает, если честно, да, и очень хорошо прям попались все футболочки, да, то есть ничего не нужно возвращать, прям все идеально. Так, следующая черная со звездочкой тоже примерила, пусть они одинаковые, в размере 2XL, артикул 870-733, 92 хлопок, 8 эластан. Черные вещи раньше были моей любовью. Сейчас я их ношу очень сильно редко, но бывает, что ношу. Вот. Хотя знаю, что черная вещь, она смотрится хорошо, дорого. Но вот на мой взгляд, почему-то черная вещь для меня стала мрачноватой. Хотя пошита футболка великолепно просто. Далее, такой вот зеленый цвет, очень красивый, очень приятный. Артикул 870-769, размер 2XL, 92 хлопок, 8% эластан. Очень красивый такой вот цвет, да, как вы видите, такой пастельно-зеленый, хаки, может быть, да, пастельно-хаки. Тут у нас такая вот тоже резиночка, да, вместо каймовочки. То есть они, в принципе, друг от друга отличаются. Дальше, вот такой вот рисунок, тоже как бы хорошо смотрится, но мне кажется, что он как-то вот взрослит. Не знаю, напишите, пожалуйста, свое мнение вообще, как на мне эта футболка смотрится. У меня какие-то вот сомнения по этому рисунку. Мне кажется, что я такая прям уже очень взрослая женщина стала, хотя я вот возраст свой не чувствую, да, мне 40, но я вот почувствовала, что я в этой футболке старше выгляжу. Не знаю, насколько это правда на самом деле, это уже вы мне напишите. Вот размер 2XL, артикул 870-793, футболка с принтом георгин. Угу. Ну, насколько я знаю георгин, ну, как бы вы поняли, да, это не георгин. Да, 92 хлопок, 8 эластан. Вот такой вот георгин, тоже цвет не белый, цвет тут идет молочный. Ну и вот как за ней ухаживать, да, то есть кому интересно. Тут уже тоже, видите, такая вот, как вязочка такая вот
да, вместо воротничка такая вот вязочка. И она тянется, вся, все футболки очень хорошо тянутся, ввиду большого процента эластана, очень хорошо прям тянутся. Больше всех мне понравилась футболка с маком. Она так и называется, футболка с принтом мак. Артикул 870-781, размер 2XL, 92 хлопок, 8% эластан. Вот посмотрите, пожалуйста, вообще шикарно она на мне смотрится, мне кажется. И кажется, довольно так и очень современный такой вот рисуночек, да, тут где-то прозрачненькая есть, а где-то есть вот такая вот тоже клееночка. Вот, давайте ее понатягиваем, все равно ее в машине растянет, поэтому я не боюсь. Ну, где-то вот есть трещинки, а где-то все хорошо. То есть, ну, в целом, очень хорошая, качественная, да. То есть, вот в магазине порой так попробуешь, ну, блин, лучше бы не пробовал. Там все сразу же крошиться начинает. Нет, у нас такого нет, очень хорошо. Да, то есть, ну, все шовчики, видите, все-все-все прям наиаккуратнейшие. Мне вот это дело очень нравится, конечно. Следующая футболка тоже такая шоколадная. Футболка с декором из страз. Цвет шоколадный, размер 2XL, 92 хлопок, 8 эластан. Артикул 870-751. У меня такое ощущение, что она для меня темновата. Что это не мой цвет, не мой цветотип. Ну, тоже отпишитесь, пожалуйста. Но вот две футболки, которые мне не понравились из-за того, что не мой цветотип. Это я тональным кремом немножко заморала. За ней ухаживать точно так же. Да, то есть не сушить в барабане и так далее. Стирать 30 градусов. Все понятно, очень хорошее качество. Очень хорошая такая ткань, видите, да. Прям переливается, как будто слегка тогда. Хотя это хлопок, очень приятная, весьма даже плотная. Менее плотные вот эти вот, да, друг из приюта. И смотрите, у нас, значит, с вами две футболки подписаны, друг из приюта, одна не подписана. Мало ли, кому-то не хочется, да, то есть одна будет с маленькой собачкой и не подписана. Значит, это подписано, что это друг из приюта. Футболка с принтом, друзья, артикул 870-865 получается. Размер 2XL, 92 хлопок, 8% эластан. То есть тут прям шикарный рисунок. Вот что бы такое не сделать для детей. Это реально классно. Тут, смотрите, и собачки-кнопочки, как мы смеемся. У нас у бабушки такая собачка была, кнопочкой зовут. Да, котики, барбосики всякие, да, большие, маленькие, лапка. И друг из приюта подписан. Вообще шикарно приобрести себе такую футболку. И в каждом городе есть друг из приюта. Еще 50 рублей отправляется на помощь приютам. То есть очень-очень приятно помогать. И тут же еще и рекламировать эту организацию, потому что она приносит нам добро. Ну и вот такая вот маленькая собачка идет с артиклом 870-877. 2XL она идет. 92 хлопок, 8 эластан. Вот в них в жару, самую-самую жару, очень будет здорово, потому что они такие, знаете, облегченная такая футболочка. Более такая тоненькая. Да, такой вот тут маленький барбосик. И друг из приюта на другой стороне написан, но он тут не просвечивает. Да, то есть вот видите, я руку прикладываю, он не просвечивает, то есть он есть вот тут. То есть таким вот образом. Тоже приятно помогать. Ну, вдруг не хочется, чтобы было подписано, да, вот нормальная футболочка. Можно и приюту помочь, да, купить. И тут же, конечно же, можно и помочь, и не показывать, что вы помогли, да, то есть таким образом. Я, наоборот, люблю рассказывать, да, что я приютам помогаю, на СВО помогаю и так далее. Вот, мне нравится это делать. Ну, все, мои дорогие, с вами была Конова Аня, проект Faberlic Online. И новинки 9-го каталога, которые я вам показала в 10-м.